Добро пожаловать на информационный образовательный модуль. Методика снятия цифрового оттиска. Лекция 2. Информация об основных современных интраоральных сканерах. Такие цифровые приложения, как смартфоны, цифровые видеокамеры, система навигации, интернет-связь, стали неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Однако в области стоматологии получение цифровых оттисков отнюдь не общепринятый стандарт. В то время как большинство продуктов, используемых в информационных технологиях, служат для увеличения скорости, эффективности и комфорта, по крайней мере на первый взгляд, на самом деле эти атрибуты далеко еще не самые очевидны в технологии получения цифрового оттиска. Преимущества и недостатки. Прямое получение оттиска, отражающего ситуацию в полости рта в качестве цифровых данных, имеет ряд значительных преимуществ над традиционной процедурой с последующим изготовлением гипсовой модели. Перечислим эти преимущества. Получение изображения в реальном времени при использовании традиционного метода, недостатки выявляются только лишь после отливки гипсовой модели. В то время как при использовании цифрового метода дефекты могут быть обнаружены сразу же на экране во время или после сбора данных путем анализа цифровой модели. Если качество неудовлетворительное, конкретная часть или весь цифровой оттиск могут быть заново отсканированы. Это позволяет стоматологу получить изображение всей зубной дуги шаг за шагом, уделяя особенное внимание критическим зонам. Простота повторения процедуры, подтекание крови, выход ретракционной нити из бороздки вместе с оттискным материалом, оттяжки и многое другое при получении традиционного оттиска приведет к повторному проведению данной процедуры, что задействует дополнительные временные и материальные затраты. Получение последовательных изображений необходимых сегментов, язык и ветвь нижней челюсти обычно мешает четкому отображению дистальной области челюсти. Системы получения цифровых оттисков сделали возможным выборочно фокусироваться на определенных сегментах. Также возможно отсканировать индивидуальные сегменты на протяженных участках, что важно при изготовлении сложных непрямых реставраций всей зубной дуги. Нет необходимости в дезинфекции и чистке оттисков и оттискных ложек. Анализ виртуальной конструкции, не выходя из кабинета. Быстрая передача данных через интернет в зуботехническую лабораторию. В отличие от гипсовой модели, виртуальную модель невозможно повредить или сломать во время транспортировки. После получения оптического оттиска и создания цифровой модели из блока полимера с помощью технологии CAD/CAM изготавливается временная конструкция, точность прилегания которой во много раз превышает прилегание временной конструкции, изготовленной стандартным путем. Научно доказанное преимущество комбинированного использования адгезива герметика и материалов для постоянных конструкций сразу после получения цифрового оттиска заключается в обеспечении защиты от проникновения бактерий. Это исключает риск бактериальной инвазии в период промежуточного этапа лечения. Качество адгезивного соединения не повреждается временным цементом, как это происходит при двухвизитном лечении. При применении данной техники сокращается само время лечения, что большинство пациентов находит очень удобным. Функция наложения, возможность комбинирования информации о 3D-поверхности зубов с другими системами, например, со сканами лица или данными компьютерной томографии. Однако стоит отметить, что далеко не все системы цифрового получения оттиска обладают вышеописанными характеристиками. Доступные на сегодняшний день аппараты не универсальны и обладают определенными недостатками, такими как необходим обязательный опыт и умение работы со сканерами. В связи с текущим состоянием развития системы оптического получения оттиска пока не является полной альтернативой традиционным методам с точки зрения спектра показаний и необходимых функций, и создания непрямых реставраций на естественных зубах. Не все производители систем получения оптического оттиска решили проблему получения высокоточных моделей для реставрации на имплантах.
Комбинированный протез, состоящий из несъемной и съемной частей, чаще проще и экономически выгоднее изготовить, используя традиционную технику получения оттиска. Статическая и динамическая окклюзия. Некоторые системы получения оптического оттиска нуждаются в увеличении функции регистрирования межокклюзионных взаимоотношений и имитирования динамической окклюзии после обширного удаления зон поддержки. Потребление электроэнергии. Относительно высокая стоимость. В некоторых системах взимается плата за каждое сканирование при отправке данных в лабораторию. Индивидуальные характеристики отдельных систем. Сканер iTero, разработанный израильской компанией Candent Ltd., является одной из первых систем, не использующей специальный отражающий порошок на поверхности зубов. На протяжении многих лет дистрибьютором по Европе была швейцарская компания Straumann, но затем им стал Elin Technology, Калифорния, США. Формирование цветного изображения достигается путем разделения белого света с помощью вращающего диска на красный, зеленый и синий. Цветное изображение генерируется на основе дополнительной информации обратного рассеяния. Одиночные экспозиции, полученные из разных углов зрения, собираются в единую цифровую модель. Система сама направляет пользователя по строго заданным областям, которые необходимо отсканировать на выбранных зубах. Одним из условий получения качественного результата является расположение камеры перпендикулярно сканируемой поверхности. CEREC BlueCam, Sirona, Германия, компания, которая продает самое большое количество интраоральных сканирующих систем в мире. До 40 тысяч от системы CEREC 1 и на сегодняшний день представлены три различных сканера. CEREC BlueCam на сегодняшний день наиболее широко используемая система сканирования из производимых фирмы Sirona. CEREC Omnicam также используется такой же метод сканирования, активная триангуляция. В отличие от BlueCam, его характерные черты – это сканирование без порошка и реальное воспроизведение цвета в изображении. В противоположность CEREC BlueCam он излучает не монохроматичный цвет, а свет с разной длиной волны. BlueScan 1. Согласно производителю, BlueScan 1, который был представлен на стоматологической выставке фирмой Atron 3D, самый маленький, самый легкий внутриротовой сканер на рынке. По сравнению с моделью, представленной ранее, он демонстрирует преимущества в дизайне и размере. Характеристики системы сканирования без порошка и соединения с ноутбуком. Благодарю вас за внимание.